Моргрот, кто бы мог подумать, что мир изменится за столь короткое время? В долине рудников был изгнан архидемон Спящий, остановлено вторжение драконов. На материке в своих дворцах были убиты король Миртан и Рабар и властитель пустыни Зубен, уничтожены все божественные артефакты, и все руками героя, у которого нет имени. Вместе с некромантом Ксардосом они лишили богов власти за несколько лет и исчезли раз и навсегда. Мир начал перестраиваться, и его охватили гражданские войны. Многие стали отрекаться от богов. Алтари и храмы, единственный оставшийся у богов способ влиять на мир, начали разрушать. Ведомые легендами о нетронутых артефактах, люди со всего мира приплывают в долину Арасар. Помимо артефактов, их интересует заключение торговых соглашений на новых для торговых компаний землях, золотые шахты и многое другое. Власти города ассасинов Сетата предприняли опасную авантюру. Стали принимать в своем городе людей всех народов и религий на равных правах. Теперь в долине можно встретить не только ассасинов и кочевников, но и южан, миртанцев, готийцев, да и вообще людей со всего света. Эти условия делают Арасар едва ли не самым мирным и благоприятным местом в мире. Уживутся ли они все вместе? Найдет ли кто-то артефакт властителя? Боги окончательно будут забыты, или их слуги восстановят их влияние? Посмотрим.